Активная, инициативная и деятельная Мария Боровинских ежедневно своими делами доказывает, что делать добро можно в любом возрасте. Она является серебряным волонтером Заинского района. Забота о пожилых – ее ежедневная задача. Мария Никитична навещает их на дому. Рады вас видеть, в такое время, в такой эпидемию, живы-здоровы. Мария Боровинских точно знает, что одиноким пожилым людям очень важно простое человеческое общение и домашняя добрая атмосфера. Она не приходит с пустыми руками. И вам здоровья желаем. Сейчас нам, кроме здоровья, что надо? Пенсию заработали, слава богу, пенсию получаем вовремя. Да, поэтому все у нас есть, теплый угол есть, квартира есть, вода есть, тепло есть, все у нас есть. Только нам нужно теперь здоровье, внимание наших детей и внуков. У вас, наверное, правнуки уже есть? 84-летняя Мария Челнинская рада неожиданным гостям и приятному общению. В этом возрасте ей необходимо дружеское участие добрых людей. Ну, бывает, у нас иногда некоторые, где живут в общежитии, квартиры просят. Ну, понятно, что мы это не можем, квартиры что-то дать. Но доброе слово, вот какой-то гостинчик чего-то, это вот чисто от нас, от доброго сердца. Особый вклад Мария Боровинских внесла в прошлом году, когда по стране прокатилась пандемия коронавируса. Она в качестве серебряного волонтера оказывала поддержку всем нуждающимся, особенно людям пожилого возраста. Так как мы имеем все-таки общение в клубе, который имеет статус университета третьего возраста, у нас там хорошее общение между собой, и поэтому, значит, мы являемся серебряным волонтером по той причине, потому что мы сами понимаем, что нуждаемся в общении между собой, и поэтому ходим вот к одинокому бабушкам, там, дедушкам, хотя бы поговорить с ними. Это очень важно, самое главное для пожилых, для нас и для них – вот это общение. Долгие годы Мария Боровинских руководит объединением «Пульсиночки», которое имеет статус университета третьего возраста и объединяет около 50 пожилых людей. Как серебряный волонтер Мария Никитична вносит свою лепту и в занятия с детьми. Своими делами она доказывает, что вести активный, здоровый образ жизни можно в любом возрасте, было бы желание. Айгуль Ярулина, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев. Новости Заинска.